Трель первого звонка еще в субботу, 1 сентября, разнеслась по всей стране. Большой праздник ко Дню знаний получился в хуторе Ленина. Там открылась новая и просторная школа. На торжественной линейке побывали первые лица края и города. Сколько учеников будут постигать науки в новом здании, расскажет Дарья Безинская. Хутор Ленина «День знаний» получился в квадрате. В новом учебном году здесь дети пошли в новую школу. За парты сели более 1800 ребят. Среди них 200 малышей, которые в страну знаний отправились впервые. Гордей Зырянов в новенькой школе будет учиться вместе с сестрой Серафимой. Ребята уже посмотрели новую школу и готовы поделиться впечатлениями. Наверное, будет много детей. И я удивился, когда я увидел кафешку. Какая она была большая. Впечатления от школы тоже гигантские. Я вообще впечатлена, удивилась, то, что такая большая школа. Я очень рада, то, что мы переехали в такую большую школу. Устами младенца глаголит истина, ведь школа действительно очень большая. Ее площадь 24 тысячи квадратных метров. Это 5 корпусов, в которых находятся и просторные классы, библиотека, актовый, спортивный зал и медицинский блок, столовая на 600 мест. А еще на торжественной линейке губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подарил школе сертификат на модуль для углубленного изучения робототехники. Мы сегодня говорим, что вы должны вырасти гармоничными личностями, раскрыть себе все таланты, состояться в жизни, стать успешными, определиться, кем вы в жизни будете, в каких условиях личность будет создаваться, такой эта личность и будет. Поэтому задача власти наша с вами сегодня – создать условия в нашем крае. Я рад тому, что еще вместе с вами 9 новых школ в этом году примут своих учеников. Это достижение современной Кубани. С Днем знаний, новосельем учителей и учеников поздравил глава Краснодара Евгений Первышов, который лично контролировал ход строительства подарка к 1 сентября. В прошлом году город Краснодар называли самым, наверное, главным городом с первоклассными школами. Это такое было нарицательное название, потому что по количеству первых классов и по количеству детей, учащихся в школах, действительно, мы занимали одно из лидирующих мест, потому что школы были переполнены. Вот сегодня, благодаря усилиям, поддержке, безусловно, губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева, Анны Алексеевны, мы сегодня этому слову придаем абсолютно другое значение. Мы сегодня получили две первоклассные школы. Это ваша школа в хуторе Ленина и в школа в микрорайоне Губернский. Букеты цветов, слезы родителей и трогательные слова напутствия от учителей и ветеранов Великой Отечественной войны. А после ребята дали самый первый в новых стенах звонок. Дарья Безинская, Александр Ивановсков, Александр Синников. Телекомпания «Краснодар».